Итак, всем привет, с вами Лексар, и сегодня опять будут прогнозы, но на этот раз на мейджор турнир ESL One Cologne 2016. У них, конечно, значок вообще зашкварный, ну, блин, вылитый такой же, только немножко в другую сторону повернут, но в принципе такой же. Ну, у меня за прошлый год было легче, надеюсь, в этом также будет. Итак. Фэнтези команду я не буду делать, а вот по командам я, наверное, сделаю. Так, первое, групповой этап, день первый. Астралис Дигнитас, тут можно смело ставить на Астралис. Ну хотя, это же, мать его, первый день, и тут все может быть. В этот первый день могут Фнатики слить фейс-кланом, или SK Gaming, GP, Na'Vi, ну, в общем так. Так, CLG, Gambit Gaming. Болеем за дядю Митю и Досю. Gambit Gaming, мой голос. Na'Vi Flipside. Ну, Flipside, конечно. Помню этот матч. Flipside, No Sports. Вообще, очень крутой был матч. Но я ставлю за Na'Vi. Хотя, первое правило. Никогда не ставь на Na'Vi. Второе правило. Не ставь никого против. Так, тут изи для непов. Так что, надеюсь, вот эти два прогноза, даже три прогноза зайдут. Liquid Envious. Ну, болеем за Simple. Я думаю, это Liquid. Потому что NBK уже не тот. Virtus.pro, MoSports. Вот тут я, блин, 50 на 50. Потому что Ника раздает. Кто там еще? GDM, по-моему, еще MoSports. Ну, не знаю. На выбор поставлю по дефолту. Все. Но покупай. Ты серьезно? Так. SK Gaming G2. SK Gaming — это бывшая Luminosity. Полностью такой же состав, как у Luminosity, просто называется теперь SK Gaming. Это чемпионы Magic Columbus, так что ставим SK Gaming на бразильца. Fnatic Face Clan. Ну, блин, Fnatic фаворит, но все может быть. Сольют, будут играть против каких-нибудь флипсайдов во второй день. Поставят им флипсайдов, на них размотают, пройдут третий групповой этап. А потом они также могут выиграть фейс-клан и попасться с каким-то SK Gaming. Будет опять заруба. И там уже будет на вылет. Так что тут все может быть. Ну, поставлю Фнатик. Вот как-то так. Как-то так. Потому что, ну, хотя тут нифига не известно. Наклейки также, вот автографы тут продаются. Наклейки тут. Тут вот сама наклеечка колонн, тут файловые, голографические и так далее. Хотя вообще ни хера не перевели, хотя можно было за 5 дней это все сделать. Ладно, вот такой вот был у меня прогноз. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы считаете так же. Пишите в комментарии, как вы поставили вы, возможно, буду думать. Итак, всем спасибо за просмотр, с вами был Лексар, подписывайтесь, оставляйте комментарии, всем пока!